Что-то здесь не пора. Толя, где мы? Невозможно. Сломаешь нож. Надо подрезать. Как настроение? Нормально. Боевое настроение. Все в огнях. Надо уже быстрее освободить и ехать домой. Жены, дети ждут, надо, короче, домой. Доделать свое дело и ехать домой. Я думаю так. И думаю, тут все остальные так само. Своим родным, близким передаю привет. Отцу, матери, детям, жене. Всем привет. Все будет хорошо, не переживайте. Прорвемся. Кем работал? Обычный шахтер. Просто шахтер. Работаю в проходке, проходчик. Шахта «Комсомолец Донбасса». Вот и все. Как дела, земля? Нормально. Тяжело? Нет. Не тяжело, потому что мы защищаем свою родину. Своих детей, внуков. Поэтому нам легко быть, жить здесь, оставаться, процветать, трудиться и защищать наших детей, внуков, как я сказал уже, наших жен, наших сестер и братьев. Поэтому я скажу, что мой взвод и вся наша вторая рота, и все наши люди, которые сюда пришли, стали добровольно на защиту нашей Родины. Все до единого готовы защищать до последнего конца. Кто по специальности? Я шахтер. Стаж большой? Большой. Мне 64 года. Поэтому я не устоял перед тем, как от того, что чувство долга, чувство ответственности, чувство личного достоинства не позволило мне оставаться дома, хотя у меня и 6 внуков. Та же самая, люди мои, которые в моем взводе, все боевые, металлурги здесь, строители, железнодорожники. Никто не постоял, никто не, никогда не оставит свою родину в опасности. Никогда. До последнего конца. Весь взвод, наша рота, наш батальон, с Горловки, с Янакио, Шахтерска, Стареза, весь Донбасс поднялся на защиту нашей родины. Все. Уважаемый, а зачем вы привязали веревку? Надо. У нас не та специальность. Куда, говорит, положить?